блокада, возможно, ставит хоть какое-то разграничение, что все-таки идет война. Но если блокада, то она должна быть решительная. Она, то есть, ну, первое, нужно объявлять военное положение, и тогда всякая блокада будет абсолютно законная. Покуда же там остаются украинцы, много украинцев. Мы сражались за эту Украину, за нашу Украину. Вот. И оставлять их там и не дать даже возможности выехать спокойно, ну, это беспредел. Это просто, значит, оставить людей заложниками. Это преступление против Украины. То есть, политика, конкретно, как вы думаете, сейчас нужно ввести военное положение, после этого делать блокаду и каким-то образом вывозить? Безусловно, нужно, во-первых, мы все говорим, что идет война. И в законах у нас этой войны нет. Отсюда и действие, отсюда и возможность Порошенко не брать на себя ответственность, спихивать ее на кого угодно. Как это так? У нас советником министра обороны является человек, который давно уволен из армии, и он является советником Авакова. То есть вообще все руководство, все коррумпировано.